Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. У меня есть некоторые изменения в интерьере, и я бы хотела вам их показать. Ну, начнем с того, что с растениями все в порядке. Чувствуют они себя хорошо. Начну с мураи. У нее, посмотрите, красные ягодки появляются. Прямо здесь тоже. Жду не дождусь, когда их можно будет попробовать. Но они еще не созревшие, они только вот начали краснеть. Бугенвиллии продолжают скрашивать темные зимние вечера. И вот еще одна красоточка. Тоже такое цветение у нее. И здесь очень много появляется. Хотя лысенькая стоит, листья скинула. Решила голубь стоять, но в прицветниках. Плюмбага там тоже вот цветет, у него тоже очень много появляется новых бутончиков. И я заметила, у мединилы появляется везде такой рост. Вот не знаю, то ли это цветочные почки она будет закладывать, то ли еще ярус листьев будет выпускать. Ну там, конечно, совсем чуть-чуть видно, но я вижу это уже. И моя карамелька филодендрон. Смотрите, у нее какие листья становятся. Мне нравится. Смотрите, все-таки все равно какая-то, вот знаете, у нее варигатность выступает. И такие, смотрите, листья бурые становятся. Карамельного цвета. Не зря же карамелька, да? То есть мне нравится. Видите, сколько листьев у нее наросло. И там вот листик уже лезет. То есть разрастается очень хорошо. И посмотрите, возле водопада кофейное дерево как прям подросло. Здесь влажность все-таки повыше, и ему очень нравится. Прям листья вообще. Очень хорошо подрос. Конечно же, большая заслуга — это, конечно же, освещение, которое мне дали на тестирование. Лампы, конечно, супер. Водопад внес сюда свою лепту, потому что он как работает у меня как увлажнитель воздуха для растений. Но кроме того, как водопад дает увлажнение, но он еще и вписался очень хорошо. Он очень красиво смотрится среди растений. Но кто давно смотрит мои видео, они, наверное, конечно же, сразу заметили изменения, что в моем водопаде нет рыбок. А сейчас я покажу, куда пропали мои рыбки. Зам директора никуда не пропал. Он даже подрос. Видите? К рыбкам он тоже не лез. И в водопад ни разу не прыгал. И растения не кушает. Он очень-очень умненький котик. А вот сюда переехали мои рыбки. Вот так они вписались в интерьер. Появился у них домик. Сейчас я поближе покажу. Ну и добавились, конечно, рыбки. Вот такие вот добавились рыбки. В общем, вот такой подводный мир. Я хочу сделать декор красивый. Ну, для начала я думаю, что хорошо. Такие неончики красивые. Там вот сомик где-то лазит. Аквариум на 100 литров. Не маленький, такой хороший. Для начала пойдет. Вот такие жители новые появились. Вот такие изменения. Думаю, что в лучшую сторону.
Очень интересно наблюдать за рыбками. В водопаде, конечно, они вообще не просматривались. Они просто прятались там и все. А здесь они прямо на виду. Ну и, конечно же, здесь и рыбок можно побольше держать, потому что объем воды хороший. Им есть где разгуляться. Видите, красавцы. Вот эта синяя мне прям нравится. Карамелька. Ну, как-то ее еще по-другому называют. Ну, в связи с появлением аквариума у меня, конечно же, здесь тоже произошла перестановка. Диван раньше стоял здесь, но пришлось место уступить аквариуму, а диван развернуть. Но мне так тоже очень нравится. В общем-то, очень удобно на диванчике сидеть и лицезреть на рыбок. И пить кофе или чай. Что мы и делаем. Ну, а полочка как стояла, она так и осталась стоять. Она, в общем-то, никак не мешает. И растения. Я смотрю, кстати, изменения. У меня адениумы без листьев стали набирать бутоны. Вот у них бутоны у всех появляются. И там тоже, и у других тоже экземпляров тоже бутоны закладывают. В общем, они решили у меня сразу зацвести. И все-таки я связываю это с появлением лампы, которую я повесила где-то примерно недели 3 назад. И вот за эти 3 недели они у меня забутонились с адениумами. Потому что они у меня стояли раньше в другом месте. А здесь прям посмотрите, вот сколько бутонов лезет вообще. Вообще везде. Вот у всех адениумов появляются бутоны. А если где-то вот лысики были, у них появляются новые точки роста. То есть отлично. И еще, конечно, радость у меня стрелиция. Посмотрите, выкручивает лист новый. Это вот после пересадки. У гордении очень много бутонов появилось. Она у меня, можно сказать, вся в бутонах. У нее на каждых этих бутоны появляются. Гордения вот у меня в новом кашпо. Она прям очень сильно, посмотрите, и рост пошел, и бутоны. То есть ей понравилось вообще новое кашпо. Жду не дождусь весны, потому что плотно прям займемся адениумами. То есть пересадка, обрезка, какие-то прививки. То есть это все впереди. И вот посмотрите, какая красотка, бугенвиллия. Очень крупные прицветники. Это вот она мне над диваном свисает. Такая ветка. Вообще красиво смотрится. Ну и там тоже на окне у меня бугенвиллия цветет. Год только начинается. И впереди нас ждет очень много нового и интересного. Увидимся в следующем видео.